Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать плиту Легенда. Размер 3х6 с перегородкой. Пока приехали, разгрузились, начинаем собирать. Ну, каркас теплицы у нас построен. Зафиксировали. Все выровняли. Сейчас крутим. Нанизываем листы полика на стены. Сейчас будем устанавливать перелив. И крыть крышу. Сейчас у нас монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3х6. Стоит она у нас на бетоне. Сразу смотрим. Отлив фигурный, красивый сделан. Дверь с форточкой с одного торца. Точно такая же с другой стороны. Перегородка имеется. 2-метровые, 4-метровые секции у нас в теплице получились. Сверху у нас коньковые фрамуги на термоприводах. Термоприводы деактивированы, так скажем, отключены на зиму. Перегородка с двухстворчатой дверью. Две распашные двери по 45. Все, прошли. В другой отсек попали. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40х40. Покраска полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров. Также имеются диагональные усилители. Поликарбонат здесь 4 мм. 0,8 плотность. Торцы защищены торцевым профилем. Так, мы здесь выходим. Вот такая вот отличная легенда у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.